Вы видите, друзья, два таблета у меня на столе. Значит, вот этот слева, это Светин, а вот этот вот он, это мой. Что мы делаем? Мы постоянно записываем всякие показатели. Все, что мы едим. Вот это сайт доктора Гаврилова. Видите, написано lenta.drgavrilov.ru. Это бесплатный сервис, вы можете пойти тоже записаться, если хотите. Что я делаю с утра? С утра я ставлю себе вес и говорю, что я был сегодня 81,1. Так, добавили в ленту. Это мой сегодняшний вес. Теперь я пил воду, это правда. Значит, так, вода. Я пил воду, вообще-то я пил ее где-то сейчас 500 миллилитров. Я большую кружку выпил. И так, по времени это было не 11 часов, а это было час назад, может быть, 2, вот где-то 2 часа назад это было. Так, мы говорим добавить в ленту. А там с той стороны человек грамотный сидит, поскольку мы там на обслуживании, то человек, который оттуда за нами присматривает, он вот как-то так анализирует. Теперь, значит, воду ввели, вес ввели. Теперь мы завтрак должны ввести, правильно, Свет? Да. Еда, завтрак. К сожалению, вот этой картошки тары там нету. Поэтому... Картошки тары нет, неважно. Значит, мы заходим, там можно заводить свои, наверное, тоже, да? Нам почему-то мы предпочитаем по-русски, потому что, как вам сказать, во-первых, единицы измерения, во-вторых, продукты нам понятные, которые мы едим, потому что мы продолжаем питаться вот в большей степени тем, чем питались раньше, чем американцы питаются. Поэтому, значит, Света, не надо комментировать, идем, значит, что мы говорим на завтрак? Значит, что у меня первое на завтрак? А, я кофе выпил, правильно? Я выпил кофе, и кофе американо без сахара, это правда. Но это, ну пусть будет, нет, это был, я сейчас думаю, что это был за кофе. Это был декафенейтед. Это был декафенейтед, ну неважно, он был действительно американо, он был без сахара, с молочком, правда, немножко. Так, и это было, сколько там, не знаю, ну пусть будет 100 грамм. 100 грамм, видите, 5 калорий, энергетическое, 3 калории. Ну, наверное, все-таки это было с козьим молоком. Что-то я не то ввел, нет, Свет? Ну, козье молоко надо вести отдельно. Да. Козье молоко, окей, козье. Без сахара. Ну, хорошо, ввели. Теперь добавляем еще один. Молоко козье, правильно? Молоко козье. Тут надо еще иногда знать, как оно там называется, чтобы меньше времени тратить. Может быть, надо было начать с козьего, а потом на молоко. Да, потому что все... Давайте попробуем еще раз. Так. Надо владеть как бы софтвером, которым ты пользуешься. Козье. Кефир. Ну-ка, похоже, что... Молоко козье домашнее. Ну, пусть будет... У нас очень домашнее. Пусть будет домашнее. Оно очень, да, у нас очень домашнее. Я там 25 грамм, наверное, взял. Значит, это все носит, конечно, характер такой достаточно предварительный и относительный, но существенно, что ты записываешь, и более-менее так. У нас весы есть. Вот если вы на Светлану посмотрите, вот видите, она там манипулирует тарелочками, она ставит их на весы. Весы с точностью до 1 грамма. Ну, вот там не важно. И мы когда заводим сюда, мы с точностью до 1 грамма заводим. Все, мы можем... Подожди. Значит, итак, кофе я выпил. Хорошо. Светик, что еще я себе завожу? Значит, ты пишешь лосось. Лосось. А рыбка у нас, да? Да, солененькая. Лосось. Как солененькая? Копчененькая? Солененькая. Лосось. Вот у меня тут есть... Предлагается дальневосточный подкопченый. Просто лосось. Просто лосось. А нет, просто. Есть. Есть. Я каждый день завожу, ты видишь, лосось. А, есть лосось. Точно. Был только что... Вот он, лосось. Вот, видите? Просто. А, не тот. Не тот выбрал. Ну что ж за безобразие такое? Сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, сейчас еще разочек. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Так, понимаете, палец толстый. Не туда попал. Лососы. Вот одной буквы. Надо, чтобы одной буквы не хватало. Вот, тогда попадем куда надо. Лосось. Вот он. Сколько грамм? 150.
120. 120. Светлана там на весах. Вот видите, она продолжает. Она ставит тарелочку чистую, пустую. Так, вы догасим, что уже кушать надо, у нас остается картошка. Света, лосось. Я же полезное дело делаю. Значит так, теперь, кроме лосося, что у нас? А, кроме лосося у нас вот это будет, возьми картошка-батат. Так, картошка. Картофель. Картофель-батат. Да. Это он? Нет, конечно, это просто картофель, это sweet potato по-нашему. Так, картофель-батат, хорошо. То есть мы чем-то его заменили. Да. И? Я считаю, что его там... Сколько грамм? 120. Так. Но напиши, знаешь как, напиши, наверное, 120 молока вот этого. Снова еще 20 добавь молока. Так, значит, хорошо, значит, будет 100 граммов самого картофеля. А к молоку тогда я еще добавлю... Что там было не 20, а было 45. Хорошо, тогда мы вот таким образом это сделали. Значит, теперь, вы видите, вот тут калории подсчитывает по совокупности. Значит, 304 калории. Добавить еще один, пошли. Еще один салатик, наверное? Еще один, да, вот такой красивый салатик. Очень красивый. А какой он вкусный вообще. Это салат еще потрясающий. Я хочу сказать, это отдельный разговор, как Света делает салат. Но в данном случае мы заносим его сюда. И как мы его называем, Света? Сейчас. Как? Это будет салат из свеклы, сырой свеклы. Салат? Прямо так, из? Свеклы напиши, оно там напишет. Из? С? Давайте глянем, что там есть. Из? Помидоров, тунца, авокадо. Что-то я не вижу, чтобы она там как-то со свеклой... Надо сказать, что... Мы не едим и так очень, и вы, наверное, тоже не едите очень разнообразно, поэтому, или там, скажем, безумно вот, разнообразно. Видишь, салат из сырой свеклы. Из сырой, из сы, давайте скажем, сы. Рой свеклы, о! Поэтому, когда заводишь систематически одно и то же, то, в общем, помнишь, сколько салата тут? Грамм 100, наверное? 120. 120. Уже примерно так начинаешь, яблочко на вес видно, и там рыбку... Привыкаешь глазом. Все, да? Да. Все, друзья, это вот то, что там я... Там калорий количество видно. Видно вес? Видно, калорий. Да, видно 485 грамм еды, 405 калорий. Значит, я говорю, добавить в ленту. Так, вот она добавляется в ленту. Вот это козье... И вы видите справа, вот появляется столбик такой. И вот в этом столбике, ну это за целый день... То есть вот мы должны попасть в зеленую зону. У меня сейчас вот такая зона 1500-1800 килокалорий. Ну, за завтрак я туда еще, естественно, не дошел. А вот тут начинается рациональность питания. Но это тоже на сутки, правильно? Да, конечно. Вот получается, что я полноценных белков уже практически мне больше не надо. Вот я в зеленой зоне на пределе. Белки неполноценные, там это мне надо еще добавить. Жиры насыщенные, где-то я в норме. Животные, растительные жиры я в порядке. Ненасыщенные, Света, омега-3,9. Мы уже перебрали, это, наверное, с рыбкой связано. Ну, знаешь что? Ничего страшного. Думаешь, ненасыщенные омега мы в порядке. И вы говорите, а что это вот жиры насыщенные растительные? Если вот вопросительный знак нажать тут, то у вас будет довольно так подробно написано, что это. Поэтому я очень рекомендую вам пользоваться... Как избавиться теперь? Слово нажать на что? На вопросительный знак, оно исчезнет. Ну как? Вот оно тут встало. Может быть ниже там у нее, постой. Ой. Нет. Так, может быть ниже сейчас. Вообще интересно, ну так. Ну, короче, может быть на другой какой-нибудь знак нажать. Забавно. Вот, в общем... Да, в какой-то момент вы привыкаете, научаетесь, и оно перестает вас как-то сильно напрягать. Вы видите, оно говорит, что я там лишний килограмм веса у меня, потому что установлено было мной на 80 килограмм, и я примерно вот где-то в районе этих 80 и стою. Но как бы это сильно зависит от того, там, сходил ты в туалет до или после, или там... Такого плана. Все, Света, мы не позволим картошке остыть. Мы, друзья, отправляемся кушать. Вот можешь три тарелочки идти снять, вот это наш завтрак. Так, хорошо. Что едят два бегемота? Значит, салатик есть, картошечка такая вот.
Ну и рыбка. А что, рыбка, рыбка. Как ты сказал, где твоя улыбка? Видишь, перебрали мы омега-3 и 9. Ну ничего страшного, друзья, с Богом, с Богом.